Привет всем, дорогие друзья! Это новостной подкаст на развлекательном канале SNG. С вами, как всегда, я, Слуцкий Александр. И этот подкаст посвящен, наконец-то, сформированному расписанию выхода серии на нашем канале. Постоянному расписанию на сей раз уже. И это касается длительных проектов, таких как FIFA 14, Skyrim, DayZ, Walking Dead. Ну что ж, все расписание на ваших экранах, вы можете его смотреть, запоминать, себе куда-нибудь записывать. Кроме того, все это расписание помещено в информацию канала, также в группе ВКонтакте. Если будут какие-то изменения, конечно, буду сообщать. Ну что, давайте несколько комментариев. FIFA 14 карьера будет в старом формате, как всегда, 5 серий в неделю, с понедельника по пятницу, каждый будний день по одной серии. Карьера за Урал продолжается, если она окончится на третьем сезоне, то будет начата новая, то есть сильно вы по карьере в любом случае не соскучитесь, но, конечно, будет перерыв, если за Урал мы закончим. Ultimate Team, забыл еще, карьера еще за Зенит у меня уже записывается на портале Gamer Show TV. Вся информация будет доступна вам, конечно же, сообщу, как и где, что это посмотреть, когда там все наладится, и когда все технические проблемы этого портала будут решены. Этот портал хочет составить конкуренцию YouTube, может быть, получится. Так, дальше. FIFA 14 Ultimate Team, ведущий Александр Банных, ну и я на комментариях, как всегда, в старом формате, тоже по пятницам, розыгрыши игроков, игры с Александром, тоже на игроков, всегда рады активным участникам, всех ждем на прямых трансляциях каждую пятницу. Skyrim будет выходить по 2 серии в неделю, во вторник одна, в субботу одна, здесь еще нам долго путешествовать, и приключений будет масса у нашего героя Алекса. Ведь даже еще DLC, даже ни капельки не начаты. И основной сюжет еще впереди, да и очень много еще заданий гильдии и просто побочных заданий. Так что там еще куча-куча всего интересного, не пропустите. DayZ на пару с Александром Банных тоже. Здесь 2 серии в неделю. В понедельник одна, еще одна в четверг. И, собственно, там мы пытаемся выживать как можем, пока это не очень у нас хорошо получается, но, тем не менее, тоже есть что там посмотреть. The Walking Dead, как тоже в старом формате, эпизод за серию, то есть целый фильм получается, двухчасовой обычно, и будут выходить такие фильмецы по воскресеньям. Первый сезон скоро закончим, ну, не скоро, тем не менее, закончим. Половина уже пройдена. Потом будет дополнение 400 дней. А после этого начнем второй сезон, который уже постепенно выходят эпизоды там. И первый уже вышел с русским переводом уже. Так что ждите, ребят, и не пропустите. Что касается остальных проектов, то это будет как и раньше. Может быть, по 3 серии в день, может быть, не будет серии. То есть прохождение новых игр, таких как Thief, Watch Dogs, вот планируются ближайшие проекты, такие большие. Серии будут идти подряд, то есть как можно больше в начале, потом, может, там по одной в день, ну, без расписания. В общем, следите за каналом, за выходом серии, вот именно таких проектов. Ну, а ближайшие, скоро ведь у нас Олимпиада в Сочи, поэтому что-то на подобную тему во что-нибудь мы и поиграем, в зимние виды спорта какие-нибудь, ну, если, конечно, найдутся такие игры, которые бы мне понравились и которые можно было бы записать и вам показать. Я буду рад только этому. Вот такие новости, ребят. И я, может быть, сделаю новостной подкаст каждое воскресенье. Тоже вот можно указать себе в расписании, но это еще не точно. Но вполне возможно, что какие-нибудь новости будут каждую неделю. Ну и всем пока, не забывайте поставить лайки на все-все-все видео. Да, кстати, конкурс, не забывайте про него, ведь 1 марта будут подведены итоги на самого активного зрителя, и будет вручена игра лицензионная. Причем будет предоставлен выбор из нескольких игр, и пользователь сам укажет, какую он игру хочет. Собственно, на этом все. Подписывайтесь, если кто вдруг
нежданно-негаданно попал на канал и сейчас смотрит это видео. Оставьте лайки как можно больше, чтобы выиграть в конкурсе, и комментируйте как можно больше, но только по делу, друзья. Надеюсь, все понятно. Пока-пока.